Катя Рылова, канал Рылайф. И это мой обещанный прямой эфир с нашей сегодняшней вечеринки. Так, давайте для начала поздороваемся с моим любимым мужем Мишенькой. Миш, скажи всем привет. Миша! Привет! Привет! Не обращайте внимания, он пока еще не очень радостный. У Миши ночью камень из почек шел. Ну, вы видели это видео, я выкладывала ночью, как он, как карасик на льду катается, корчусь от боли 2 часа. Кстати, этот рилс набрал 450 тысяч просмотров. Спасибо вам огромное, мои любимые подписчики, и всем любовь, любовь, любовь. А мы идем дальше. У нас сегодня еще гости. Ну, во-первых, это Яна и Саша. Ну, вы, наверное, помните парочку с кодовым названием «Красавица и бичонок из Нерюнгри». Так вот... Это они, но это будет наш маленький секрет. Ну, уже не секрет, да, получается, Катя? Ой, Бука, не вредничай давай. Уже все хорошо у тебя в жизни, уже нашел Яночку свою. Уже не надо брейк-дансом на корпорах подрабатывать, да? Так, ну и, конечно же, здесь сегодня моя любимая подружка Маришка Помаши и ее новый парень Тимур. О, моя жемчужная попка. Мой верблюжий носик. Тимуре. Ну, что, укусить тебя за ушко? Ну, люди же. Ням-ням-ням. Слушайте, я на самом деле за Маришку очень рада. У них сейчас конфетки, букетики, рафаэлки. И я за Маришу очень рада. Ей больше не приходится убегать босиком по снегу в одной ночнушке, как от бывшего мужа. Это было ужасно. Даже порой приходилось ночевать на дереве. Помнишь, Марин? Что ни говори, а женщина без побоев, конечно, расцветает. Посмотрите, как она сияет. Так, ну я вроде бы всех представила. Сейчас я поставлю телефончик вот сюда, в уголок, чтобы вам было очень хорошо нас всех видно и слышно. Так, все, все есть. И мы начинаем нашу вечеринку. Все, ребят, давайте, рассказывайте что-нибудь интересное. Только, пожалуйста, без политики и матов, окей? Катя, ты прям реально хочешь, чтобы вот люди смотрели, как мы сидим, просто здесь ужинаем, да? А что такого, Саш? Я блогерка, канал Real Life о простой девчонке из Шушинского, которая приехала и покорила Улан-Удэ. И это просто канал о моей жизни, и я снимаю свою жизнь. Кать, ну мы же не блогеры, понимаешь? И может быть нам не очень прикольно, что люди смотрят за нашей личной жизнью, понимаешь? Сейчас наша Мариночка опять нашвыряется и начнет здесь исполнять. Опять разденется, будет ходить с голым торсом тут. Вот, у меня красные плечи, смотрите. Начнет ронять, бросать, всех провоцировать фразой «А что ты мне сделаешь?» Ну, ей это не надо. Вряд ли она этого хочет. Да, Марина? Ну, а рассуждение Тимура о том, что настоящая женщина начинается только после 80 килограмм, и что если она не может отразить атаку медведя или держать тебя на вытянутой руке над пропастью хотя бы полчаса, то тебе нельзя доверять. Кать, я тоже сомневаюсь, что вот это все надо знать общественности. Ребят, вы серьезно? Нет, ну, Катюха, ну они правы. Только я ни хрена не пойму, чего они нас пример-то приводят с Тимуриком. Не знаю. Ну ты заигралась. Я вчера к тебе приходила, так подружка там посплетничать, что-то посудачить 6 бутылочками вина. А ты взяла это все и сняла. Вот, а я, главное, такая смотрю, она что-то там в сторонку там косится, что-то шепчет. Я начала на вино грешить. Потом нет, смотрю, все как обычно, которое мы обычно и берем. Таишинское, шоколадное, 20 оборотов. А когда она сказала конкурс, тут я сразу все и поняла. Теперь все знают, что у Тимурика писюн как карандаш. Зато 2H самый твердый. Так, ребят. Послушайте, я ничего не понимаю. Я просто снимаю контент. Ну, бывает, что там случайно промелькнет, что-то типа проскочит, что у Яны там одного соска нет, и у нее слева просто кожаный шарик. Ну, это случайно, и что? Что вы там такого? Я не понимаю, реально. Да как что такого, Катя? Мы друзья, понимаешь? И мы собираемся здесь просто по-дружески. И просто общаемся. И в этом общении не всегда нужно следить за тем, что ты говоришь. Вот я в диалоге просто сказал, что слово «пацана» переоценено. Ну, я не так сказал, я там чуть-чуть пореже сказал, да, там, с матом, но я сказал это вам, друзьям, понимаете, вам, друзьям. А благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
а заканчиваются нетрадиционными сексуальными предложениями различной степени тяжести, Катя. Мне это надо? Ребят, ну, все зарабатывают как могут. Я сам вот недавно хотел начать торговать детьми. И оказалось, их нельзя через ДЭК отправлять. Такая ситуация, да. Поэтому хайпить на личной жизни – это не самое страшное, да, мой крепыш? Ну, как у меня те слюни текут. В смысле? Хайпить на личной жизни? Вы о чем? Я просто снимаю свой блог о себе. Вы про себя все говорите сами, ребят. Я же никому не рассказываю, что у Яны большой палец на ноге, как на руке, сбоку растет. Я что еще про тебя не знаю, а? И про тебя, Саш, я не рассказываю, что ты поехал в Турцию пересадку волос сделать. Конечно же, решил сэкономить, пересадил собачьи. И теперь, Саша, у тебя, ты когда голову моешь, псиной воняет башка. И зимой подшерсток вырастает. Спасибо, Катя. Да не за что, Саш. А вы, ребят, если вы не хотите, чтобы все видели, как вы целый час сосетесь до синих губ, так идите до конца и не показывайте это нам, друзьям, тоже. И вообще, знаете что? Берите пример с Миши. Миша каждый день в моем блоге. И он ни разу слова не сказал. Его все устраивает, понятно? Да, Миш? Миш, ты че? Миш, че ты молчишь? Миш, ты же за меня? Закрой свой. А чё я слова подбираю? Вонючий рот, Катя. Ты меня задолбала со своими челленджами, сторис и рилсами. Мне 40 лет, какие нахрен челленджи? У меня в заднице узлов больше, чем на пиратском корабле, ты понимаешь? Я зав складом перекрестка, Кать. Про меня люди должны узнать, только если я умер. Ну или, не знаю, в поле чудес сматерился смешно, но это максимум. Я хочу приходить в магазин, покупать хлеб и спокойно уходить. А не еще полчаса с продавщицей обсуждать, как давно у нас с тобой целых 2 недели ничего не было, Катя. Кстати, с днем рождения меня, да, ребят? Спасибо, что пришли. 40 минут сижу один, бухаю. Миш, прости, пожалуйста. Но я не знала, что это для тебя так сложно. Я больше не буду никогда так делать. Все, больше не участвуй. Для меня очень важно, чтобы тебе было хорошо. Я же тебя люблю, Миш, правда. Но ты меня тоже пойми. Если б не мой блог, я бы точно не смогла позволить себе тот подарок, который сейчас сделаю. Ой, что ты можешь подарить мне, Катя? Алтайский чай? Дешевые авиабилеты? Что ты там рекламируешь отсюда? А ты, Миш, выгляни в окно и увидишь. Ой, да чего ты за драма опять? Это что, машина? Машина. Чего? Китайская? Ну, а какая еще? Я такую хотел, Кать! Спасибо! Катюшка, спасибо! Спасибо большое всем подписчикам за донаты! Кто не донатил, тот козел вонючий! Пойдемте посмотрим мою тачку новую! Кать, возьми телефон, снимать будем сейчас! Реально потом, я потом! Тогда запоминай! Да надо бантик содержать! Мы тоже сейчас идем! Мы сейчас придем, ребят, да? Но мы же никуда не пойдем! Мы с тобой никуда не пойдем! Девушка, которую он ждал всю жизнь. Именно так. Мужчина, о котором она всегда мечтала. Любовь с первого взгляда. Ты поймешь это с самого начала. Знакомы всего один день. Ты с ума сошла, да? Что вообще происходит? Но им для того, чтобы это понять, понадобится весь сезон. После встречи с тобой у меня все идет наперекосяк. У меня все пошло наперекосяк еще до встречи с тобой. Но тоже из-за тебя. Главный романтический сериал года. Ты прекрасна. И ты. «Постучись в мою дверь» в Москве. С 13 мая в 9 вечера. Премьера на ТНТ. Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик. Не пропускай выход любимого шоу.